встретились, чтобы обменяться эмоциями и сказать друг другу теплые слова. В преддверии самого главного праздника в году женское движение «Единой России» устроило небольшой сюрприз для самых активных представительниц и пригласили их в кино. Мы решили такой маленький сделать праздник под Новый год, собрать, обняться, сделать фото, пригубить бокал шампанского. И вместе с нашим Министерством культуры Московской области мы подарили киносеанс фильма, тоже новогоднего. Вот, ну, решили немножко разбавить серые будни. Жены и мамы участников специальной военной операции, представители серебряных волонтеров и те, кто только собирается стать частью женского движения. Анастасия Храмова совсем недавно стала многодетной мамой. На встречу пришла уже в новом статусе и не одна, а с 4-месячной Евдокией. Признается, сложности ее не пугают, когда рядом есть единомышленники. Такие движения очень полезны мамочкам. Просто выходить в свет, смотреть на других, развиваться и чувствовать себя не одинокой. Если обычно на таких встречах обсуждают насущные проблемы и ищут пути их решения, то сегодня больше благодарили и обменивались комплиментами. Елена Ташматова воспитывает 8 детей, один из которых с особенностями развития. Старший сын сейчас на фронте, а она помогает ему здесь, вдали от передовой. Ее организации «Всем добра, Звенигород» уже 7 лет. Секрет, ну я не знаю, наверное, просто добрее к людям нужно быть, и все, потому что как по-другому. Один в поле не воин, это точно. Встреча получилась теплой и очень женственной. Отдохнули немного от домашних хлопот и зарядились эмоциями на предстоящий год. Это особенно важно, ведь на плечах этих хрупких женщин держатся не только их семьи. Полина Бахова, Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».